Итак, приветствую всех, дорогие подписчики, зрители. Ну что ж, вот все-таки, да, среда, и все-таки продолжение прохождения Mafia Betrayal of Jimmy, да? Не знаю, что у нас будет сегодня. Нет, но сегодня будет прохождение, в любом случае, точно. А вот сколько будет прохождение, и будет ли еще один стрим по этому DLC-шке, я не знаю. Но если... Ну, наверное, все-таки сейчас посмотрим. Я не помню, сколько у нас процентов сейчас пройдено. Посмотрим. Так. Но так или иначе, да. Сейчас давай-ка звук чекнем для начала. Смотрим. Я не помню, сколько... Есть. Теперь. Быстро сейчас приветствую всех, кто уже в чате. И запускаем. Итак. Так, Дамир, Юрий, Тимофей, Light Gamer Pro, Кирилл, Нурбол, приветствуем. Так, еще товарищ санитар, тоже приветствуем. Заглянул на канал, хорошо, все, молодцы, все. Все, кто заглянули, молодцы. Итак, запускаем мафию, да? Так, а где она у меня? Нет, она все-таки здесь, да? У меня просто как бы две мафии, одна для КТДшки, другая для прохождения. Так, вот не перепутать бы, а то, наверное, вот это все-таки, да, попробуем вот эту запустим. Вот. Есть дополнение. Совершенно верно. Есть дополнение DLC-шки. Три DLC-шки существует. Официальные от разработчиков. Это никакие не моды. Так что, пожалуйста, кто не играл, играйте. Итак, да, вроде бы вот это. Да, вот это. Так, хорошо. Посмотрим, кто сначала, прежде чем запускать. Ну, кто-то... Дмитрий Привалов. Дмитрий, многословный Дмитрий Привалов, успел до запуска прям с, ну, самой миссии прийти. Ну, спасибо, Дмитрий. Вот. Дмитрию, конечно же, благодарствуем за его донат первый. Ворвался, так сказать, человек. Не успев я даже вот это сделать. Вот. Молодец. Спасибо. 16%. Нам нужно играть до 40%. Все остальное у нас пройдено на канале. Напоминаю, если кто смотрит в записи, ребят. Да, короче, нам нужно пройти до 40%. Нет, это, наверное, все-таки еще один стрим будет. Давай. Далее. Итак, Чапль, приветствуем. Нитер, Мигли, Юра Масюра, тоже приветствуем. Прототип нет, не хочу, потому что мне не особо... О, я ж... Ох, какой! Почти Михаил Петрович. Красивый голубоглазый молдаван. Барон Шумиловский. Мафиозник. Но не хватает шляп. Так что, ну, маленечко не мафиозник. Ну, что поделаешь. И не совсем розовый костюм. Ну, зато Мерседес есть маленечко разбитый, но это ничего страшного. Итак, куда мы с вами едем? А ехать можно, да, в принципе, слушай. Да, в принципе, одна миссия. А, две миссии у нас. Азиатская таможня и... Не хочу я угонять больше ничего. У меня и так хватает все. У меня все машины... У меня вон какая машина. Зачем мне что-то угонять? Ну ладно, будем угонять. Раз игра требует, будем угонять. Шоу продолжается совершенно точно. Так, World of Trevor, приветствуем. Маслята, ну, Сергей, подождите, сейчас будут. Так, мне на заезд надо. Ой, блин, да перестань, ладно. Вот здесь нельзя ТП-шнуться, как в этом. Точнее, ну хотя бы даже режим полета, как в GTA-шечке бы 4-й бы хоп-хоп-хоп. Да, ты что, Джимми какой, ты молодец, парень-то. Ну-ка, поехали. Ну, как шлифует у нас Мерседесишка-то. Шустрая, да. ИСа 7 не за что, конечно же. Так, тихо. Вот одна вот шустрая. Ой, какой пес едет, чуть не врезался в меня. В общем, дядя полисмен едет, и он явно будет не рад, если я превышу скорость, а тем более прямо перед ним. Он такой, хо-хо-хо-хо, молодой человек, ну вы обнаглели, конечно, да нельзя. А, ну он мимо проехал, ну и замечтатель. Все. Знакомое место. Знакомое место всем. Совершенно неплохо так, согласен. Знакомое местечко-то, да, Джимми? О-хо-хо. Естественно, мы все его помним. Так, ну что ж. Расступить. Прям ракета? Прям, да. Кстати, у меня никакой микстуры нет, ничего, если кто не в курсе.
Шустрая какая. Так, тормозим. Полисмены там. Не надо, никаких трюков мы совершать здесь не будем. Нет, 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 у нас маленько не про это сегодня. Сегодня вы это уже видели днем. Итак, все эти вот трюки и все. Ну хотя так и ладно, все трюки видели, конечно, днем. Там на этом ГАЗ-69, но тем не менее, ладно. Здесь мы занимаемся совершенно другими делами. С погодой. Погоду передавали ливень, но ни капли дождя сегодня не было. Охренеть просто. Ну вот, вот как вот им верить после этого? Ливень, блин. Не небольшой дождь, не просто дождь, а ливень. 4 капли в Яндексе нарисовано было. Ни капли вообще не выпало. Охренеть просто. Так что погода хорошая. А вот на следующей неделе жару передают. Это все. Это прям там 23, 24, да, 27 даже. Ой. Ох, это прям да. Ну-ка, детка, что ты умеешь? Ну-ка, детка, да. Ладно, не будем пока сейчас о грустном. Так, стрим начал. Ну хорошо, Нитер. Проходите, конечно. Так. Ну как можно было поставить отметку вот здесь вот, а? На сраный мост. Когда мне нужно под мост. Здесь есть, надеюсь, перекладина, которую я могу прошибить. Сейчас прям. Ну ладно, тут хотя бы съезд есть. Ладно. Маленечко, так шустрая сказать. Какая. Да подожди, шустрая, слышали мы уже, Джимми. Я так весь день могу. Не надо так весь день. Весь день не надо разбивать машину. Один раз разбил и хватит. Весь день не надо. Заколебет у меня своими фразами, я чувствую. Прям заколебет, парень. Обращать мы на них скоро уже не будем время. Ой, это, внимание. Так, столько у меня бензин есть. А, бензин пока есть. Все, заходим. Итак. Просмотр задания. Так. Короче, убить продажного таможенника. Вот тебе и все. Начать. В принципе, ну, все очень просто. Ничего сложного, по сути. Да? Люблю такие задания, когда все просто. Просто замочить кого-то, да и все. И дело с концом. А вот кого-нибудь выслеживать там аккуратненько, вот это все вот там делать прям такое. Вот это я прям не люблю такие задания. Ага. Но, блин, я думал просто... Хрена себе таможник. Едет и стреляет. Нормально так. Так подожди, это мне надо было, получается... Хо! Это мне надо было просто вставать перед ним, да и все. И мочить его сразу. И как я его сейчас должен? Догонять, по-вашему, что ли? Ну-ка, детка, что ты умеешь? Так мне сейчас башку снесут. Ну, естественно, убьют сейчас мистера Джимми. Вылези. Маленький... Чего, дурак? У нас тут убийство! Объект вооружен! Да какой объект-то? А что делать? А, возвращаться. Коп, не убивай, пожалуйста, меня. Мне маленько уехать надо. Без двери просто парень едет. Жестко. Жестко, очень жестко. Фух, фух. Так, можно позвонить было, конечно, сбросить розыск и все такое, но... А, на мне розыск так и так нет. Кстати, почему розыск на меня не вешают? Интересно. Интересно, дерьмо. Ну так или иначе, это все, что ли? Это что, все, что ли? Целое задание выполнил сразу же. 10 минут не прошло, а мы уже задание первое выполнили. Хорошо, отлично. Так, Алиев Самиль, приветствуем. Отлично. Я прям рад, что, ну, 10 минут и все, и первое задание. Далее. Давай посмотрим. Будем после каждого задания проверять, сколько у нас статистики. 20%. То есть, по сути, нам еще 20% и все, и мы завершаем DLC-шку эту. Но, это, конечно, да, не факт, что мы тут... Ну, в любом случае, если не на этом, то на следующем стриме будет все покончено у нас с
DLC-шкой с этой, да и, собственно, со всей мафией. Второй. Так, все, сюда едем. Даже переодеваться не надо, ничего не надо делать. ИСа 7 я слышал, все, я уже видел. Ответил на ваше сообщение, все. Не за что. Можно выглядеть эти NPC, которые есть в третьей серии. Демаскировка, переправа через Тиксу. Ну, посмотрим, да. Дойдем до этих миссий. И все, значит, тогда. Ну, там же 40%, 40% должно быть, выписали. Поэтому что? Я ориентируюсь на 40%. Все, лампочка замигала бензина. Блин, надо заправляться. Жрет она бенза, короче, караул сколько. Вот там заправка поблизости, потом заедем. Так, ладно. А, вот так вот, коповскую тачку. Блин. Ну, поехали. Так, Кирилл из 13 региона Мордовии, приветствуем. Вот сюда можно, в принципе, еще заглянуть, потому что по пути. Поэтому поехали сюда. Но мне на заправку в любом случае надо. Я не хотел бы, чтобы у меня машина заглохла просто посреди дороги. Из-за того, что бензин кончился. Ну-ка, детка, что ты умеешь? Детка много чего умеет, но ее нужно кормить. Вот что. Вот в чем дело. Нужно ее бензинчику маленькую поесть. Давай, тихо. Аккуратно. В поворотах надо быть на очень предельно внимательным. Заднеприводное авто все-таки мощное. Ну давайте, мужики. Езжайте. Так, заправка. Ой. Стряхнуть их сначала. Так, и Макс Шутов приветствуем. Что игры, ушедшие из России, возвращаются. Что, блин? Мне сейчас показалось, да? То есть меня просто подошла какая-то мразота и выкинула из машины. Я прав? Нормально так. Неплохо живем. Ну ладно, если бы это был КТД, я бы сейчас его, конечно, знаете, что бы я сейчас с ним сделал. Но поскольку миссия, не надо копов привлекать сейчас, не надо. Даже неловко за цены, но бензин... Иван, хорошо, Иван, все правильно, все правильно. Да, это совершенно верно. Чем еще я могу помочь? Ничем более, мужик. В любое время. Приветствуем, кстати, да, Иван. Мафия покупная, в смысле? Какая может быть мафия? Просто так мне ее не дали, да. Разработчики. Я, конечно, тут еще парень, мафия 2. Ой, сколько я ее тут это. Одни только КТД чего стоили. Но нет, разработчики мне не давали ее бесплатно. Тихо. Так, шустрая это какая, а времечко тикает. Но мне, кстати, мне ведь не только ее за это время, мне надо ее довести до куда-то потом. Но самая проблема в том, что она коповская, конечно же. Вот и все. Это самая сложность. Я думаю, что будет погоня. Что ты умеешь? Преследование будет. Блин, погоди, мы же в прошлом DLC-шке тоже угоняли тачку здесь. А, ну мы угоняли не коповскую. Мы угоняли какую-то арестованную тачку. А тут чисто... я думал, вот в полицейский участок едем туда, прям, ну, на парковку к ним. На штрафстоянку. А тут прям вот, прям перед парадным входом в департамент. Представляешь, угнать машину. Вот это я понимаю, неплохо живем. Давай взламывать замок, чё бы нет. Посреди улицы. Хороший, прекрасный день, ясный. Взломаем замок в коповской тачке. Что может пойти не так в этой жизни? Ну, конечно, подозреваемый, мразь тупая, жирная. Просто коповская. Приз, вот поехал специально в этот момент. Вот где я вот ехал. Уходи отсюда. Какой не с места?
Я мистер полицейский, ты не видишь, что ли? Еду на машине. Так, а погоди, а что у меня видок какой? Вот такой надо. Блин. А докуда ехать? Охо-хо-хо-хо. Охо-хо-хо-хо. Sleeping Dogs нет. Нет. Ни Sleeping Dogs, ни Watch Dogs. Вот это вот нет. Это место вы тоже знаете. Как раз таки с выпуска сегодня, который вышел. Что неплохо так. Перестанет. Ох, блин. Внезапно. Удачного стрима тебе. Серега, смотря 94-41. Спасибо большое, Сереге. Очень такой уже давнишний донатер. Но, к сожалению, не понял я, что там, Серега. Ну-ка еще раз. Удачного стрима тебе. А, удачный стрим. Спасибо, Серега. Спасибо. Пригодится. Пригодится такое пожелание. Большое спасибо Сереге за его донат. Так как удачный стрим для Мафии 2 очень даже выглядел неплохо. Тормоза, конечно, охрененные просто. Просто охренительные. Блин, четверть время осталось. Там купить, я бы сейчас прям на тапку давил бы, но... Но не могу, потому что там дядя полицейский. Да вот и погляди, ну все, оно стоит, он даже там не, даже не светофор, а он стоит. Он просто стоит, ты понимаешь? Он пропускает, у него помех справа, поэтому он стоит. Все, меня поймали. Мразь. Зачем я вообще тормозил? Просто зачем тормозил? Надо было ехать. Эх. Ой, какие-то лаги. Ну, эти всегда вот, в этом туннеле всегда вот эти фризики происходят. Что-то какая-то беда там с этим туннелем. Ну ладно. Ничего страшного. Ничего-то сказать страшного. Hitman 47, приветствуем. Тихо, а, все, приехал. Парковка, да. Помню ее. Ну, кстати, вторая миссия. Пожалуйста. 20 минут даже нет, вторая миссия пройдена. Блин, щелкаю просто как семечки. В буквальном смысле слова. Чего возвращаетесь? Дурак. А, припарковаться. Так, Максим Хукевич, приветствуем. Успеть? Все нормально. Успел. Ну, я так понимаю, по 3% я сейчас буду, да, приплюсовывать. В принципе, да, по 3%. Угу. Угу. Если сейчас я два задания еще выполню, это будет 30. А потом еще, грубо говоря, 3 задания и все. То есть 5 заданий и все, и DLC-шку можно это завершать. Но я не, 5 заданий вам не гарантирую, что я пройду. Это жестко. Грязный Дэниел. Поехали. Грязный Дэниел. Поближе всего, поэтому едем к нему. Машина заправлена, все. Ну подумаешь, дверей нет. Ну что такое? Ну, бывает иногда. Двери отваливаются у машины. Ну что теперь поделаешь? За новой, что ли, ехать? Ну-ка, детка, что ты умеешь? Все, задолбал. Я даже не буду внимания обращать на его фразы. Он уже... Играешь в ETS? Нет, Мигль. Я ни в свободное, ни в какое время в него не играю больше. Все. Надоело мне, поэтому... Выпуски выходят только на втором канале. Перезалил. Шустрая какая. А я не играю в него больше. Скорость превысил перед копами, ну и похуй. Хорошо, отлично. Хороший коп. Опять я по мосту поеду. Блин, да что ж такое-то. Александр, приветствуем. Обзоры на еду, ну не знаю. Ну почему этот ссаный навигатор мне вот ставит отметку, блин? ДТП, водитель хочет скрыться. Вас понял. Почему он мне ставит отметку там, где я его не прошу ставить? Вот что с этим парнем не так? Всего-то хотелось... Ну, ой, ладно.
Какой-то я хреновый ездок сегодня, да. Но это все Мерседес, он мощный, понимаешь? Он очень мощный, и не все, нельзя, не, короче, с ним по-нормальному работать. Воу, Джимми, новая фразочка у тебя, воу. Ага, так. Ага. Так, а я проеду здесь? А куда мне ехать? Под мостом каким-то, что ли? Да, я вот здесь проеду. Уходите. Уходите, говорю. Блин, мне надо машину ехать чинить. Ну, хотя ладно, пока. Белый дым, это не особо страшно. Лишь бы не стреляли в меня. Нурбол, спасибо. Джимми опасен, это верно. Ну как, мы два задания уже прошли. Вот третий начали. Ну, библиотекарша, да, опять. Ну, а что такое? Ну, это мне пофиг. Я же не виноват. Это вот игра и все. И все, поэтому все нормально. Так, убейте грязного Дэнни. Начинаем. Убивать грязного Дэнни, поехали. За то, что Дэнни не моется, надо его замочить, съездить. Вот и все. Так, причем рядышком. Ха-ха-ха. Очень рядышком прям. Так, погоди, это, походу, та миссия жесткая, которую я с первого раза не выполнил. Ни разу. Тут копы приехали к прессовой... А, да-да-да, это та самая миссия, я вспомнил. Мне кажется, с первого раза я никогда не... Вот, видишь, по мне уже пальбу открыли. Сейчас копы, короче, будут сражаться с этими. С различными вот этими вот бандосиками. А, бандосики уже все? Вы копов замочили, ни хрена вы. Афроамериканские бандосики, мощные такие. Рэперы, походу, начинающие, сразу видно. Начинающие рэперы бегают такие. Так. Ой, сколько их там. Это же просто жесть. Блин, у меня в Томпсоне патронов нет. Надо ехать к этому, к принцу Гарри. Склеил, мужичок, ласт. Все правильно. Где козел-то один, последний? Ага. И где? Ни хрена ты там засел. Наглец. Подлец и негодяй. Тупо, я, если что, просто прохожий. Как бы ко мне никаких вопросов. Ничего не знаю. Так, Паша Ипполитов приветствуем. Андрей Фортоп приветствуем. Да, шоколадки атакуют. Все так. Этот Джимми, можно это отключить в настройках? В настройках можно отключить это? Где? А, в гол... Нет, это... Не, ну голоса мне не надо отключать. Может, в настройках игры? Ну это вряд ли, но уже не подсказки. Вряд ли. Не, наверное, нельзя ничего отключать это. Так, вот сюда мне, да? Короче, во двор. Блин, здесь копы стоят на дороге, это так плохо. Могут запалить в любой момент. Блин, у меня времечко тикает. Но они же должны вот здесь сейчас повылазить все. Как просто какие-то мыши. А, завелись, уехали, да? Или это не копы? Вот эта лошара стоит бездомная просто. Ты погляди, какая тварь. Вот это да. Ну это даже вот просто с винтовкой вот его в башку. Один хедшот просто. Смотри, и все. В яблочко, мужик. Все. Так, надеюсь, мой Мерседес не угнали.
А то в этом гетто тут приехал, блин. Машину не успел припарковать, ее уже всю разули, раздели, блин. Ну так, такие все тут опасные эти живут. Блин. Не туда я зашел. Не туда. Вот сюда надо. Так, 42 на 142. Приветствуем, спасибо. Норм, дела вроде. Надо уезжать отсюда. Время пока хватает. То есть, погляди, либо я очень хорошо сейчас сделал все это. Просто по красоте. Что у меня даже и время в запасе. И все. Либо сейчас что-то еще начнется. Нет, смотри, ничего не начинается. Не, надо заехать сейчас в любую мастерскую. Самую ближайшую. Починить. Мерседесик, что это все-таки наш. А то смотри, какой он печальный тут. Все. Блин, третье задание, а. Работает 47. Это да. Это да. Пожалуйста. Третье задание выполнено. То есть, по сути, сейчас где-то должно быть... сколько там? 3, 2, ну, 26. А, да, еще то одно и будет 29. Ну что ж. Давайте. Но сначала в мастерскую, в ближайшую. Тем более помыть ее надо, видишь, какая грязная. А, колесо прострелили даже, вот это твари. Так, к принцу Гарри. Угу. Надо бы, но не поедем. Слишком далеко. Давай угон, потому что он поближе, вот сюда вот. Так, погоди, угон. Мне мастерскую надо. Тогда вот сюда. В нашу мастерскую известную. Ну, навигатор построится. Да, да, Сергей, все правильно. Так, Дмитрий, приветствуем. Да ничего страшного, Макс. Одну миссию только завершили еще. Нет, я ее с первого раза это. Я это. Не выполнял ее с первого раза, когда мы проходили. В 19 году ее на стриме, 100%. А сейчас выполнил, я в шоке. На волоске. На волоске прям. Ну, такое себе на дисках, конечно, есть. Ну а что поделаешь? Да блин, столб. Ну что такое? Ну. Как не вовремя, точнее, как не уместно. Ну да, забей меня совсем. Плохо едет мерседесик, все теперь. Хреново разгоняется на одном диске-то на этом. Ему бы шиночку сейчас поставить и все. И отремонтировать, помыть и просто красота. Заносит. Я сам себя удивляю. Джимми, да ты маленький дурачок. А, все. Да. В любом случае чинить надо ехать. Белый дым это все. Нельзя. Один удар, и я обездвижен буду. Мерседес ветеран, да. Light Game Bro, поздравляю. Хорошенько вам отдохнуть, так сказать. Да блин, чё ж как заносит. Очень жестко заносит. Ну все, все, доехали, доехали, наконец-то. Знакомую нам мастерскую. Вечер добрый. Вечер, да, мужик? У нас тоже... А, у нас тоже вечер, да. Ладно. Чем могу помочь? Починить машинку. Ой, помыл сразу, мужик. Хорошо. Ну, тут уже все установлено. Тут уже делать не надо. Перекрасить можно, кстати. Угу. Но я всю жизнь ездил на этом. Даже не буду. Спасибо. Я просто привык уже к этому цвету. Все, будем ездить на этом. Ильнур, конфиденциальная информация, не сообщаю. Нигде живу, ни все такое. Так, Кон Хьюстон. Все, теперь уже по миссии, поехали. Ну, блин, отлично прям сегодня играем. Даже полстрима нет, мы уже три задания выполнили. В какой-нибудь GTA-шке Сан Андерс я бы охренел.
фиг такое увидишь, блин. А здесь, пожалуйста. А здесь прям отлично. И даже учитывая то, что мы время тратим на поездки. У нас сейчас, у нас реально больше времени уходит на поездки. От задания до задания, чтобы вы понимали. То есть мы миссию-то проходим каких-то 5 минут. А поездки у нас отнимают столько времени, вот. Если бы я мог режим полета, как в 4-й GTA-шке, мы бы вообще бы уже... давно бы прошли все. Там 2 стрима вообще нужно было на все дело сишку бы. Но нет, но нет. Да. Но ничего страшного, осталось-то все равно последний стримчик и все. И Half-Life потом тоже скоро все будет уже. Но с Half-Life мы, наверное, вот как раз следующую среду покончим. Все. А потом с мафией. Итак, просмотр задания. В общем-то, Хьюстон Уасп. И доставить в гараж. Хорошо. С планеты Земля, Дмитрий. Вот. Планета все-таки Земля, да. Тихо, тихо, тихо. Только починил Мерседесик, жалко разбивать его. Ну-ка, детка, что ты умеешь? Заколебал. Хоть едь тихо, чтобы не слушать его больше. Ну реально заколебет. Оружейник есть. Весь день могу. Оружейник есть, но к нему я не поеду. Мне нужен этот принц Гарри. Потому что только у него есть патроны к Томпсону. Либо надо кого-то замочить и найти патроны к Томпсону. Ну, кстати, вот этих бандосов там, которых мы вот замочили в этой миссии, вот, там, возможно, были. Да, невозможно, а точно, но я маленечко это... Так. Это вот сразу понятно, что делать надо, это вот даже без сомнений. Не извините, они будут стрелять по тебе. Ну, собственно, о чем еще и требовалось доказать. Все. Она в розыске, скорее всего, да? Ну, какая-то сложность же должна быть в этой миссии. Ну, розыск на ней не висит. Ладно, погоня, возможно, будет. Но я не поверю, что это типа все. Что это такое? Блин. Просто весь город пересечь, а? Тут это вот в этом есть сложность. Я замучусь слушать его, вот этот. Ой, блин. Вы чувствуете, что у меня сейчас просто съест мозг мне? Парень, блин. Своими фразочками, пока мы едем тут на другой конец города. С ума сойти. Нет, ну а сложность-то, по сути, то, что вот просто ехать далеко, ну это не сложность. Это просто, ну, такой, ну, неприятный момент, но это не сложность. А может, повреждать не надо? Наверное, кстати, да. Потому что, смотри, погони нет. Розыска нет. Возможно, просто повреждать не надо. Но проверять я не хочу. Будем ехать максимально аккуратно. Без наушников проходить. Да ну нафиг, я уже привык с наушниками. Так, Вадим, приветствуем. Вообще все пока по красоте идет, я бы сказал. Ну, конечно, блин, надо аккуратно ехать. Но вы же сами понимаете, я давлю в пол. Ну, что поделать. Всегда я езжу и давлю здесь в пол. Ой, заколебет. Ой, заколебет этот парень с этими фразами. Не могу. Ну, ладно. Меня радует то, что нам останется, по сути, 3 задания где-то. После этого нам 3 задания, все, мы можем делать фишку и заканчивать. Хотя, погоди, 3. Если они сейчас урежут проценты, типа не 3 процента за задание будут давать, а 1 или 2, то, конечно, там больше будет. Но у нас 3 стрима, по сути, должно быть.
Посмотрим. Посмотрим, сколько сейчас за это дадут. Если будет 29, то все пока идет по плану. Если уже сейчас будут меньше давать, то... Нет, сейчас, наверное, 29 будет. А вот следующее задание 2%, наверное, дадут. Чтобы потом уравнять все это. Тихо-тихо-тихо-тихо, не раз... Блин, вообще без аварий доехал на другой конец города. Охренеть, как я так могу вообще? Вот так вот. Я сам себя удивляю. Да, Вадим, все правильно. Сегодня финал? Ну, не знаю. Не знаю. Дмитрий, да, все верно. Так. Далее. Ночь практически начинается. Дай-ка посмотрим. 4% дали. Я вообще не парился, чтобы вы понимали над этим заданием. 4% дали. То есть, по сути, нам осталось 10%. Если это стоковые обычные миссии, то есть это 3 миссии. Да, Дмитрий. Это 3 миссии. Блин. И полстрима пройдено. Навеивается вполне себе логичный вопрос. А быть может, сегодня все? Быть может. Ну, не обещаю, но быть может. Давай посмотрим. Так, у нас остался вот сухой закон. Ну, погнали. Но сейчас по-любому будут сложности какие-то. Ну, а что вы хотите? Все так просто. 4 задания отщелкал, как семечки. Вообще без проблем, чтобы вы понимали. Никаких трудностей. Что-то по-любому сегодня игра, ну, доставит мне какие-то трудности. Ну, какое-то задание нам должно быть трудное. Я прям вот уверен в этом. Тихо, блин. Как ты вылез не вовремя здесь, а? Из поворота ты. И чуть тебя не снес. Ну, скотобаза, без поворотников поворачивает. Но я тоже тот еще молодец по правой обгоняю. Ну... Кого волнует? А он без поворотников. Так что все, мы квиты. Все. Ну-ка, детка, что ты умеешь? Причем поворачивает из этой, из левой полосы, из левой полосы направо. Ну что это такое? Без поворотников из левой поворачивает. Еще коп при этом. Даниил, ну вот видите, как видите, не забросил. Так, Дэн ТВ, приветствую. Дмитрий. Около... Я не помню. Около 25, наверное, 30. Даже не знаю. Ну, длина... Длина где-то участка 75 метров. Ширина 35, наверное, вот так где-то. Можете сами посчитать. Я не знаю. Шустрая какая. Не молчи. Просто молчи, Джимми. Просто заткни, пожалуйста, свой рот. И все. Рот нужно иногда затыкать. И тогда будет все хорошо. Не залетит никакая ворона туда. Или муха. А представляешь, с открытым ртом всегда ходить? Это все, это беда. Это ж все, кому не лень, залетят туда. И все. Так, приехали. Практически. Ну, одну фару разбил. Ну, стекло разбил и помялся. Короче, все, Мерседес разбит. Но ему не привыкать, бедняги. Бедняги Мерседесику не привыкать. Так, это что такое? Это какая-то пикап трак какой-то. Пикап трак. Так, ДНТВ, приветствуем. Погода. Погода хорошая, да. Ну вот на следующей неделе жарище будет. Все. Так, просмотр. Уничтожьте запасы спиртного Эдифу. Не помню, что это за миссия должна быть сейчас. Но понятное дело, что нужно расстрелить. Блин, надо бы к принцу Гарри ехать, а? У меня хотя бы гранаты есть. О, я Томпсон подобрал где-то. Ни хрена себе. Я даже не видел. А, гранаты есть. Ну все, гранаты есть. На этом спасибо. Запасы. Нифига себе.
Так, погоди. Вот походу сложность и начинается сейчас. Ну как сложность? Скорее всего, просто будут жесткие перестрелки. Лишь бы не было копов. Потому что бандиты здесь имеют свойство кончаться. А вот копы такого свойства не имеют. Они будут бесконечны. Ну-ка, детка, что ты умеешь? Вот что. Надо ящики. А. Ну, ладно. Тяжело жить в старом Мерседесе. Да. Это да. Особенно, когда тормозов у них нету, просто никаких вообще. Просто, блин, можно дверь открыть, ногой тормозить. Так эффективнее будет. Так. Так, сейчас, я так понимаю, сразу по мне откроют огонь, без предупреждения, там, без всего, короче, да? Без базара, так сказать. Аккуратненько едем, крадемся. Ага, ходят какие твари, смотри, сколько их. Это обычные работяги, в принципе, это. Что такого? Нет, это обычные рабочие, это не бандиты. На бандос прибегут. Ага, все, прибежали. Заспаунились. Блин, заспаунились, скоты. Вот они спаунятся, это плохо, вот что они спаунятся. Пораньше бы вот они. Нет, они спаунятся прям вот когда вот уже все. Мужик, проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся, мужик. Пошли. И копы здесь, да ну бросьте. Описание. Да какое описание-то, мужики? Ну что вы делаете, описание? Ну вот я и говорил, копы дырявые, смотри. Вот она и сложность в этом будет. Не столько бандиты с ящиками, сколько вот дырявые копы. Ну и все теперь. Ого, как больно. Это кто такой? Ага, Стомпсон, пес. Отправись без... Дурак. Лошара стояла. Просто тварь такая. Башку свою чуть не... Ага, коп бежит. Понят. Да все, коп, отстань. Давай разойдемся мирно. Я поделюсь с тобой там баксов 10 тебе дам на чай. Ну все, уже не дам тебе ничего. Тебе уже не пригодятся они. Описание. Рост 6, среднее сложение. Среднее сложение там и все такое. И лысая башка. Я, да, мужик. Я вообще. Так, Тимофей, приветствуем. Серия колды. Модерны. Modern Warfare. Modern Warfare. Так, Нурбол, здравствуйте. Так, Фрейкер, спасибо. Спасибо. Так, блин. Розыск на мне повесили. Вот это да. Давненько розыск не вижу. Вот сложности из-за копов. Вот и все. Так-то бы все хорошо, а копы мешают. Но как бы недолго мешать будут, да? Мы уже здесь. Вылезь, пожалуйста. Норм дела, спасибо, Тимофей. Далее. Тридцать три. Да. Пока что три. То есть, понимаете, 7%. 7% осталось нам проходить сейчас. То есть это реально два задания? Ну, если они сейчас, конечно, не урежут специально проценты, да? То нам, по сути, два задания осталось.
Раз и два. Да я понимаю, Lightgaming Pro. Вот я про это и говорю, что все, вот походу вот эти два задания. Большой облом и золотой кулак. Все. Во-первых, мне переодеваться идти. Потому что на мне мою рожу хотят срисовать. Ой, сколько копов-то. Ой, сколько копов на один квадратный километр. Да. А вот на машинёшке моей будет висеть розыск. Её бы тоже бы завести в мастерскую бы. Придётся расстаться. Здравствуйте, на французском тёлочку. Мне нужна новая одежда. Новую одежду мне нужна обязательно. Вот как, что ты думаешь, мне нужно? Я хрен знаю. Давай плащ возьмем. Вот этот вот. Бежевый. Бежевый плащ. Хороший. Забираем. Сколько, какую мафию прошел? Если оригинальную, то... Ну, с учетом стримов, раза три, наверное, уже. Третий. Мерси, мерси, мерси баку, тетя. Хорошо. Так, это меня, конечно, не Ситроен, тетя, но не могу ничего с этим поделать. Что такая машина у меня, конечно. Так, мастерская вот есть, вот здесь. Мастерская здесь. Сейчас будем маленечко менять номера, чтобы не преследовали меня никакие дяденьки в фуражках. И все. Как жизнь? Нервы флюхи. Да. Чего тебе сделать? Нет, я сказал, что мы... У нас этот стрим за обычный час идет. Новые номера. Я, конечно, это... В любом случае, если останется одно задание, так мы будем его проходить в любом случае. Неважно там... Так подожди, я сменил. А, вот, починить, все. Спасибо. Мужик, наверное, последний раз я починил машину у тебя. И все. И последний раз номера. Хотя, может быть, перед следующим заданием тоже. Ну, поехали. Я надеюсь, что все. Это реально последние два задания. Быстро, не теряем время. Одно-то мы точно должны успеть выполнить. Прямо даже вот до завершения стандартного стрима. А вот следующий не знаю. Ну, глупо было, конечно, следующее задание оставлять. Потому что, ну, все, как бы, что тут. Стрим будет длиться там 15 минут, что ли. Ну, это же ужасно. Нет. Поэтому будем, конечно, пытаться сегодня. Что ты умеешь? Будем пытаться сегодня завершить. Так, да что аккуратно, мы на завод приехали. И тебя уже тут в дрифт потянуло. Да постараюсь, Макс. Так, Роман, приветствуем. Так, Илья тоже приветствуем. Так, просмотр. Чё, блин? Опять рожи чистить? Идти. Что-то у меня дежавю какой-то. Совсем недавно я этим занимался. Я реально недавно совсем чистил рожи кому-то. И опять я на заводе, причем за какую-то машину, вы помните, да? И вот опять. Ой, блин. Незаметная была. Колонна маленькая. Никогда такого не было, и вот опять. Ну что такое? Опять чистить рожи ехать. Так, а куда ехать? А, здесь рядом. Не, ну смотри, сейчас если только отмудохать кого-то, это в принципе несложно. Главное, чтобы так нормально держаться. У меня, правда, хпшечки маленько потрачены, но это, я думаю, не особо... Да, да, мы тоже это выполняли в предыдущей DLC-шке, по-моему. Да, мы... Вот ты тупая... А, ну хорошо, кто восстановился, ладно. Зайдите на арену, захожу. Драться сейчас будем. Никита, хорошо, дождь идет. Ну вы там смотрите аккуратнее. Под дождем-то. Не надо особо, а то телефон там измочите. И все, и все, и не посмотрите больше. Так, хопа, хоп, хоп.
Морда просто у мужика крошится. Ай, у меня тоже маленечко. Башка лысая. Причесали маленько. Прическу мужик сделал мне. Бесплатную. Но! Хорошо, когда? Какой воротливый. Да блин, да погоди! Ну зачем? Видишь, какой я солидный молодой человек. В пиджаке, в костюме. А ты меня бьешь. Что ты за наглец? Дворовый наглец какой-то, а? На делового мафиозника нарвался. А что, какой мужик бронированный, я хочу спросить. Почему у него рожа просто каменная? Вот и все. Первый есть. Так. Отмудохать масленка. Да, все верно. Отмудохать. О! Джет Ли пришел. Я понял. Иди сюда давай. Джимми стоит. Опа! Какой шустрый! Вот они такие шустрые, эти китайцы, я прям не могу. Мужик, какие-то усы модные, дашь поносить. Ага, увернулся. Хоп, не расслабляться, мужик. Давай, стукай. Ага. Эх, мужичонка. Китайский. Все, до свидания. Мужик сделан в Китае, поэтому, ну, маленечко некачественным оказался. Ну, что поделаешь. Третий раунд, финал. Блин. Серьезно? Мужик в деловом костюме? Тоже, как и я? Ни хрена себе. Че это, мы сегодня драка бизнесменов каких-то? Респектабельных молодых людей. Просто костюм как бы не очень драться, чтобы вы понимали. Маленько сковывает движение. Хотя Джон Уик бы не согласился с этим, как вы понимаете. Используй, добивай, давай! И вот так вот. Все. Драка аристократов, да? Я выиграл турнир. Так. Ага, вот это корыто мне дали, да? Нет, я не поеду на нем. Хотя, почему бы и нет? Все! Реально все! Я думал, мы сейчас будем реально до часа, ну, чтобы час стрим шел. У нас даже час стрим не идет. Погоди, вот если сейчас 2% дали, вот это сейчас 2% мне дали, я прям, ну смотри, это прям скотство будет. Ну-ка. А, так 2% дали. Ну, ты понимаешь, что сейчас они могут опять 2%, потом еще 2. То есть 2 задания может сейчас быть. Не 3, а 2. Ой, не 1, а 2. Нет, висит 1. Значит, это 4%. Большой облом. Все получается, ребят. Походу, последний. Ладно, давай, проедемся на этом. Так уж и быть. Прости, мой Мерседесик, что я тебя это, но... Я на тебе и так много поездил. И следующие стримы, которые у нас были еще в 19-м на этом канале, они сохранены. Там тоже мы на Мерседеске мы ездили. Поэтому, кто смотрит в записи, кто хочет прохождение полностью досмотреть, можете найти. Или я уже после стрима плейлист добавлю. Там так и называется. Прохождение, там, этот... Мафия 2, Betrayal of Jimmy, там, номер 3. Ой, номер 4 будет уже стрим. Его придется переименовать теперь в номер 3, потому что мы, походу, выполним за... Быстренько так выполним все. Ну, едет, кстати, неплохо, ладно. Она едет тоже... Она, кстати, мне кажется, даже быстрее Мерседеса. Но тормоза хуже, чем у него. Слушай, она реально стартует. У него ускорение такой прям подрывчик неплохой. Ну, знаешь, не то, что неплохой, прям как-то вот одинаково. Что-то одинаково. 33 было, тогда... А, 3% все-таки дали. А, у меня было 33. Ноунейм, приветствуем, норм дела. Ну, тепло, я бы сказал, да. Ну, мне тепло, нормально. Так. К
тому, кому-то может холодно показалось, 11 градусов на улице, но мне нормально. То есть не совсем прям жарко, но нормально. Жарко будет мне вот на следующей неделе. Так, просмотр. Надеюсь, это все. Как бы 4% за него дадут, и все, и до свидания. Уничтожьте запасы для карнавала. Хот-род, да? Звучит как трактор. Нет, это хот-род. Блин, сколько точек? 1, 2, 3, 4, 5, 6 точек. Ну, все рядышком. Вот это сложное задание будет. Я помню, мы его проходили. Оно сложное. Меня постоянно мочили, когда я его проходил. Просто как какой-то, как тузик какого-то. Погоди, в смысле? Меня же должны мочить. Почему я просто так ящик уничтожил? Может на последних ящиках будут мочить меня? Но это прям слишком как-то бы просто. Наверное, на последних ящиках меня будут крошивого устроить. Да. Даже не на последних, а сразу вот на этом. Ни хрена себе поливалово. Неплохо. Охрененно. Мистер Джимми. Нет, все-таки надо было на Мерседесе ехать. У него хотя бы крыша есть. А тут у меня крыши даже нет. У меня в башку попал, и все, и нет башки. Ладно, все, уже одного китайца выстрелили. И чем дальше, тем больше будет. Следующий, наверное, будет там 2 китайца, потом 3, а то потом может целый там пол Китая привезти. Да хватит, Джимми. Не врезайся. Удивляет он сам себя. Удивительный какой-то парень. Ты что, дура, что ли, водить научись? Ты пешком ходишь, теть. Очнись. Ты обосралась. Мудак. За углом стоит мудак. Видели? Вот это да. Вот это прям не могу. Смотри. Я видел белого мужчину с пистолетом. Какой ты козел. Какой ты козел, коп, дырявый. Ну блин, я же все так хорошо. Все хорошо так выполнял прям без тебя. Без собаки такой, неблагодарный. Так, здесь есть будка. Ну, не собачья, а телефонная. Я думаю, что она мне пригодится прямо сейчас. Взять датьку. Взять датьку. Дать взятку. Так. Полиция Empire Bay, говорит сержант Долматов. Сержант Долматов? Это Джимми. Да-да, Джимми. Мне как всегда. Без проблем. Пошли кого-нибудь потом с баблом. Хорошо, пошлю. Обязательно. Нормально, все. Так сказать, разрулили. Блин, а на машине все равно розыск, да? А, нет, на машине розыск снял. Хорошо. Хорошо. За 500 бачей вообще. Мне, в принципе, бабло сейчас не надо. Вы уже знаете, как бы, ну все, это последняя для нас миссия. Я, честно говоря, в шоке. Я думал, что у нас еще один стрим будет по маке. По этой, но нет, все. Блин, и коп едет как раз, смотри. Я не буду воевать, пока вот он... Ты серьезно, ты еще постоишь? Ага, коп среагировал, вылез. Среагировал копчанцечки-то. Копчанский среагировал, молодец. Все, замочил китаёзничка. Сейчас еще одного замочит. А я потом только ящик раздавлю. А, все. Копа замочил китайца, я понял. Маленечко не по плану пошло. Но это ладно. Это поправимое дело. И да. Все. Так, пока по 2 китайца на ящик, ладно.
Хитман Петрович Зубенко. Все верно. Так, что за новый Бэтмобиль? Вот выиграл в турнире ее. Да козел. Да, давай выкини меня еще китай. На дорогу я смотрю. Нет, мужик, на дорогу я не смотрю. Что на нее смотреть? Она и так серая такая, асфальтированная. Что ты на нее смотри? Я и так ее знаю. Так, все, валим отсюда. Последние два ящика осталось. Блин, вообще пока чётенько. Я бы сказал, я прямо аккуратненько так все прохожу, отлично. Но где-то в конце будет жесткий так замес. Они прям устроят такое веселье, что прям мама не горюй. Так, вот здесь останавливаемся. Уже вижу пса одного. Вот он стоит. Ну что? У него пушка. У него, да? Алло, сей пушка. Спокойной ночи. Супер. Супер. Два китайца всего-то. Ну, значит, в последнем ящике должно быть побольше. Да-да, Сергей, да не очень, если честно, умный. Камушек летел, трещина была тоже со стороны. Ой, Дмитрий, ужасно. Ужасно, вот эти, когда вот камешки попадают, прям, блин, в лобовуху. Вот тут фу, меня так и миновало, но не было такого еще. Но это ужасно, конечно. Да, из-за какого-то сраного камушка, блин, лобовуху теперь менять. Вот. Это да, сочувствую. Вот они! Вот они! Вот они! Их очень много. И они прям в плохом месте таком выстроились. Я хочу объехать это. Потому что здесь я прям буду на этом, на проезжей части, и меня все будут копы видеть. И это очень плохо. Я хочу объехать где-нибудь со дворов, подъехать, чтобы меня не видно было. Возможен такой варик? Возможен. Абсолютно возможный варик. Вот и хорошо. Вот так я люблю. Только погоди, вот здесь надо вот эту вот стену прошибить. Все. Вот. Подошел, так сказать, сзади. Услышали, твари. У него, да, у него дробовик. Как ты в меня попал, козел? Да я круг. Да ты вообще, Джимми, не могу просто. Сам... Там копы. Копы. Прессуют китайцев. Я прав? Да. Коп замочил китайцев. Все. Хорошо. Он уйдет. Потому что меня как бы трогать не надо. Я здесь не при делах. Видишь? Спокойненько идет дяденька коп. Можно рукой сломать. Ну сломай рукой, я. Блин. Не, я не буду ждать, я пошел за машиной. Пока кот коп уйдет, это лет 70 пройдет. Так, мистер Икс, приветствуем. Вот это. Так. Последний, да, ящик. Вот сейчас будем его. Все. В безопасную зону. Я надеюсь, все. Это 4%. Блин, если сейчас какие-то там 1% или 2%, это прям, это жестко будет. Это прям. А если все, значит все. Мы заканчиваем мафию. Вообще. $6,000 стоит на мою машину. Не, ну 6К это я. Это вещь. А что у вас за машина, Дмитрий? 6К это не особо, я бы сказал еще. На некоторые вон какие-то там. Так, статистика. Все. Все, ребятушки, поздравляю вас!
И себя тоже, конечно, поздравляю. Вот эти три задания, когда мы их начинали выполнять в 2019 году. Сейчас, естественно, те, кто смотрит запись, прям даже покажу, как найти это. Так, да. Вот то, что мне писал Light Gaming Pro про эту демаскировку, вот это все. Вот. Выполнили мы с вами все то, что нам нужно было выполнить. Показываю, где найти сейчас этот. Где нужно найти следующее, точнее, продолжение прохождения. Сейчас заценю, так сказать. Дайте вот на первый монитор вынесу изображение. И. Так. Давай включу, чтобы сразу видели. Вот. Канал, значит. Вот. Кстати, у вас до сих пор нет вот этих вот аватарок всех? Шапок, аватарок? Или только у меня вот такая дичь? То есть, ну, это что такое? Уже месяц прошел, до сих пор нет ничего вот этого. Ну, что это такое? Так. Короче, заходим в видео. Нажимаем вот здесь вот. Сначала старые. И что мы здесь видим? Betrayal of Jimmy, номер 3. Прохождение. Пожалуйста. Все как бы. А, ну да, кстати, третье. Так и получается, да. Мы два стрима сделали. И вот третий есть. Betrayal of Jimmy, третий стрим. Betrayal of Jimmy, четвертый стрим. Потом, где? Betrayal of Jimmy, пятый стрим. И Betrayal of Jimmy, финал. Все. У меня тоже, да, нет аватарки. У меня все есть. У меня нет шапки. Ну, значит, это да. Это еще у YouTube, значит, такие. Ну, не знаю. У меня вот нет тоже. Причем не только на моем канале. А когда я на другие каналы захожу, у меня тоже не видно аватарок людей и шапок их. Так что вот, Betrayal of Jimmy пройдено, а Jimmy's Vendetta, кстати, вот это самый легендарный стрим вообще за всю историю, вот. Вот и Jimmy он называется, Jimmy's Vendetta, кстати, первая миссия. 3 часа 33 минуты, шедший стрим. Можете себе такое представить, 3 часа 33 минуты. Больше этого времени не было ни разу, ни один стрим. Вот так. В общем, все, ребят. Значит, так, кто у нас этот? Дмитрию Привалову и Сереге Смотра 9441. Большое спасибо за их донаты. Серега 250 рублей, кстати, да. Вот. Значит, что у нас получается? Суббота, да? Суббота у нас стрим ближайший. На втором канале видосы завтра и послезавтра будут. В субботу, значит, BMNG, как обычно, на этом канале. И стрим, возможно, закончим. Блин, у нас скоро все финалы. У нас мы все подытоживаем. У нас сегодня подытожилась мафия. В субботу мы подытожим, ну, закончим, наверное, с «Чистое небо», «Сталкер». Потом в понедельник мы, конечно, ничего не закончим. Но в среду, в следующую, закончим Half-Life. Вот так. Так. Фрекер приветствуем, да. Вот. Поэтому, ну, не только приветствую, но и пока. Всем уже еще и пока. Всем спасибо, что смотрели стрим. Донатерам отдельное спасибо за донаты. До встречи, ребятушки. Значит, когда там? В субботу на стриме и все. Всем пока.